Неужели хваленое весеннее наступление украинской стороны резко прекратилось теперь, когда по календарю наступило лето? Именно это мы услышали вчера от президента России Владимира Путина, который говорит, что есть признаки того, что стратегические резервы Украины истощены. Тем временем европейские лидеры продолжают вкладывать в Украину все больше денег и все больше оружия. Мы слышали об этом из Великобритании, мы слышали об этом от Урсулы фон дер Ляйен, а также от Соединенных Штатов Америки. Больше денег, больше оружия в Украину, потому что отправка большего количества денег и оружия в Украину означает, что вы защищаете демократию, когда поддерживаете Украину. Наш следующий гость, Скотт Риттер, бывший инспектор ООН по вооружениям, бывший морской пехотинец США. Скотт, большое тебе спасибо за то, что присоединился к нам. Добро пожаловать пожаловать обратно на шоу. Спасибо, что пригласили Итак, меня к себе. Несмотря на все эти шумихи и сообщения западных СМИ о том, что контрнаступление идет вяло, оно идет не так хорошо, как им хотелось бы. На самом деле является полной ложью и фантазией о том, что это действительно так. Они вообще ничего не делают, кроме того, что уничтожают жизни украинцев и бросают этих людей в мясорубку. Когда ты проходишь через минные поля и полосы препятствий, приближаясь к линии обороны, тебе необходимо полностью подавить способность противника воспрепятствовать твоему движению к цели. Это означает, что тебе нужны военно-воздушные силы, способные очистить небо от вражеских военно-воздушных сил. Тебе нужна артиллерия, которая подавляет вражескую артиллерию. Тебе нужна огневая поддержка, которая разрушит местную оборону, чтобы твои войска могли проложить себе путь через минополе. У украинцев нет военно-воздушных сил, а это значит, что Россия России контролирует воздушные пути. Российские военно-воздушные силы, российские вертолеты убивают. Убивают украинцев еще до того, как они доберутся до оборонительного пояса. А затем они увязают в минных полях. А затем включается российская артиллерия и делает все остальное. Мы глушим их связь. У нас все получается. Русские глушат их связь, делая это. И в конечном итоге получается так, что эти украинцы даже не дошли до начальной линии обороны атаки на оборонительную позицию будет успешной только в том случае, если вы очистите последнюю линию обороны на противоположной стороне оборонительной линии от всех вражеских сил. Вот теперь ты перешел все границы дозволенного. У русских есть три оборонительных пояса, которыми они располагают. Украинцы еще даже не добрались до первого из них. И они не смогут добиться успеха до тех пор, пока не прорвут все три пояса. У них никогда этого не получится. И мы знали об этом с самого начала. Мы буквально приучаем этих людей к тому, чтобы они умирали, и именно это и происходит. И именно поэтому Путин точно отмечает, что это контрнаступление окончено. Это просто невероятно. Так вот, они еще даже не достигли первого оборонительного пояса. Так что же произойдет, если США и ЕС продолжат направлять оружие в эту неразбериху? Самое печальное заключается в том, что это наступление не преследует никакой законной военной цели, потому что вы не можете ее достичь. Это все равно, что я создаю космическое агентство Skyrider и заявляю, что моя цель оказаться на Марсе через полтора года. И люди говорят, что этого никогда не произойдет, потому что у тебя нет бюджета, у тебя нет технологий, у тебя нет развитой инфраструктуры, у тебя нет ничего, кроме идеи. Пусть украинцы скажут, что они хотят прорвать российскую оборону, добраться до Азовского моря, отрезать Крым, перекрыть сухопутный мост, соединяющий Крым с Россией, угрожать Крыму и заставить русских сдаться. Это похоже на то, как если бы я сказал, что через полтора года буду на Марсе. Этого просто не может быть. Однако все, что украинцам нужно сделать, это создать впечатление, что они могут продолжать представлять реальную военную угрозу для России, достойную инвестиций НАТО в них. Так вот, то, что произошло до сих пор с этим контрнаступлением, является прямо противоположным. Они демонстрируют истину в том, что независимо от того, что делает НАТО, Украина никогда не сможет победить Россию. Более того, Россия в конечном итоге нанесет стратегическое поражение Украине, независимо от помощи НАТО. И поэтому Зеленский не может позволить себе, чтобы НАТО участвовало в саммите 11 июля с таким восприятием ситуации. Так что он будет вынужден продолжать бросать войска, удвоить усилия, продолжать бросать войска в брешь, потому что там он должен что-то показать 11 июля. Но то, что он собирается показать, это полное уничтожение 60 сильных украинских вооруженных сил, которые НАТО наращивает с октября прошлого года. Эта проблема будет устранена в ближайшее время. И тогда перед НАТО встанет вопрос, будем ли мы делать это снова. А теперь вот в чем заключается наша проблема, потому что теперь мы знаем, что танки «Леопард» — это не волшебство. Они горят. Они горят очень хорошо. Мы знаем, что боевые машины пехоты «Брэдли» — это не волшебство, они горят. Мы знаем, что штормовая тень — это не волшебное оружие. Его можно сбить выстрелом. Так что теперь вопрос в том, если они скажут, «Эй, мы будем продолжать оказывать вам поддержку». Вы не можете использовать ту же формулу, которая уже потерпела неудачу. Так что следующая волна поддержки будет в включать истребители F-16, атакующие их ракетами дальнего радиуса действия. Как ты видишь, сейчас мы еще больше обостряем этот вопрос. А потом, когда это не удастся, потому что это не удастся, что же будет дальше после этого? И мы попадаем в нелепую ситуацию, когда бывший генеральный секретарь НАТО Расмусин говорит о создании коалиции желающих. То есть членов НАТО, действующих не как НАТО, а как их собственная отдельная коалиция для того, чтобы поставить сапоги на землю Украины. Так вот, теперь мы столкнулись с такой эскалацией напряженности. А что произойдет, когда они будут уничтожены, и у вас появится изображение польских солдат, которых ведут маршем в российский лагерь для военнопленных? А Германия войдет в него? А потом, если Германия войдет, будут ли они делать это сами по себе? Собираются ли они сформулировать требования четвертой статьи, подпадающей под действие НАТО? А теперь мы имеем дело с российским вмешательством НАТО в дела Украины, и они находятся в одном шаге от того, чтобы наступил конец света. В этом и заключается глупость этой эскалации. Люди должны прекратить эту чушь. НАТО никогда не победит Россию. НАТО никогда не победит Россию. Этого никогда не произойдет. Соединенные Штаты никогда не победят Россию. У нас нет военного потенциала для того, чтобы нанести поражение России в крупномасштабном наземном конфликте в Европе. Это просто констатация факта. Мы могли бы разместить все, что есть у Америки сегодня в Европе, и русские победят нас, потому что мы уже не так хороши. Сейчас мы могли бы потратить триллионы долларов на восстановление американского потенциала ведения обычных боевых действий, но на это уйдут годы. Армия, которой мы располагаем прямо сейчас, не может сражаться с русскими. Она физически не в состоянии сражаться с русскими. Как отметил генерал Кавали, командующий вооруженными силами США, в Европе и Верховный главнокомандующий союзниками. В январе прошлого года в презентации, с которой он выступил перед шведской службой обороны, масштабы и масштабы насилия, происходящего в Украине между украинцами и русскими, выходят за рамки воображения НАТО. Послушай, что я только что сказал, это выходит за рамки нашего воображения. Так вот, если ты занимаешься военным планированием, значит, ты себе этого и не представлял. Так что все, что ты планируешь, не учитывает действительность. У тебя нет необходимой огневой мощи. У тебя нет необходимой структуры вооруженных сил. У тебя нет нужной тактики ведения боя. У у тебя нет необходимого снаряжения. Именно так обстоит дело с силами НАТО на сегодняшний день. Они потратили последние 20 лет на подготовку к государственному строительству в Афганистане, конфликтам низкой интенсивности по всему миру, ограниченным военным миротворческим миссиям в Европе. Последнее, к чему НАТО готовилось, это перебросить 120 человек через границу для проведения крупномасштабных наземных боевых действий против равных по уровню силы. Закаленные в боях и занимающиеся этим в течение 15 месяцев, более подготовлены, чем они сами. НАТО не может этого сделать. И все же Ван Дер Столтенберг и другие продолжают делать вид, что НАТО обладает таким потенциалом. На самом деле это не так. НАТО обанкротилось. Они обанкротились с точки зрения своей подготовки, своего потенциала. Они отдали все свое оружие Украине. Оно сгорело дотла. У них нет возможности создавать новое оружие. Германия только что вышла на рынок, и они как бы признают, что все эти разговоры о том, чтобы потратить 100 миллиардов евро на восстановление немецкой армии, это просто разговоры. Потому что независимо от того, что хочет сделать Рин Метал, сырье, необходимое для создания этой военной техники, либо не может быть закуплено, либо стоит слишком дорого. Именно в такой ситуации находится вся Европа. Так что эта идея о перестроенной армии НАТО и так далее или в Америке, найдите прямо сейчас оборонного подрядчика, который готов для заключения краткосрочных контрактов, необходимых для производства оружия, в котором нуждается Украина. Они этого не сделают. Потому что их задача не состоит в том, чтобы создать американскую или глобальную систему обороны, способную противостоять русским. Их задача состоит в том, чтобы зарабатывать деньги. Их работа заключается в том, чтобы заключать контракты. Поэтому они говорят, если ты хочешь, чтобы мы это делали, нам нужны долгосрочные контракты, чтобы мы производили достаточное количество оборудования. Чтобы норма прибыли была достаточной для того, чтобы наши инвесторы и члены совета директоров были довольны. У России нет такой проблемы. Когда Путин и российское руководство говорят нам нужно чтобы ты сделал ха у и я российская оборонная промышленность отвечает Да мы делаем это потому что они работают на государство они действительно заботятся об обороне государства компаниям Loхит Мартин и Рейтион, извините за выражение наплевать на оборону америки. Их волнует только конечный результат. И прямо сейчас они говорят, что мы не собираемся заключать краткосрочные контракты, которые вы хотите, чтобы мы заключили, чтобы удовлетворить потребности в поставках требования, предъявляемые к Украине. Нам нужны долгосрочные контракты, но это очень дорого обходится. А теперь у нас возникли проблемы с бюджетом, потому что Конгресс должен принять этого внимания. А сейчас в Конгрессе идут дебаты о том, правильно ли это делать или нет. Какой же это полный бардак? Это невероятно отрезвляет. И да. В Германии очень высокие затраты на энергоносители. Может быть, ты мог бы позвонить своим друзьям, которые взорвали ваш трубопровод «Северный поток», и поговорить об этом до того, как это произошло. Боже, я надеюсь, что люди обратят внимание на то, что ты только что сказал. Это действительно очень отрезвляет и открывает глаза. Я надеюсь, что люди обратят на это внимание.